Наличие рециркуляторов воздуха, социальное дистанцирование и бутылированная вода. В Магадане провели рейд по спортивным объектам. Специалисты комитета по физической культуре и спорту проверили, насколько сотрудники учреждений соблюдают предписания Роспотребнадзора. По словам экспертов, тренажеры должны обрабатывать каждые 2 часа дезинфицирующими средствами. Также должна быть установлена разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Кроме того, нельзя использовать кулеры, только бутылированную воду. Обязательно нужно проводить термометрию сотрудников и посетителей. Хочу сказать, что таких серьезных прям нарушений не было выявлено, но в некоторых объектах уже подстерлась разметка, допустим, да, где-то не всегда входящий фильтр людей осуществляется. Для этого проверки эти нужны, чтобы как бы не расслаблялись, чтобы обеспечивали безопасность людям каждый день. Также не у всех ведется журнал дезинфекции. Мы на все это указываем, потому что наша роль в данном случае не карательная, закрывательная, а рекомендательная. Проводить рейды специалисты комитета по физической культуре и спорту начали около месяца назад. За это время посетили 15 объектов. Эксперты контролируют не только соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, но и наличие упаковки и мест утилизации средств индивидуальной защиты.